ребята, меня зовут Фласочка. Но сегодня я буду не Фласочкой, сегодня я буду девочкой Крипером. А чтобы доказать, что я Крипер, я вам сейчас покажу, смотрите. Ой. Немного не та способность, да, забыла сказать. У меня куча способностей, то есть я умею делать вот так, как бы не разрушая все, что находится рядом. Могу делать вот так, разрушая то, что находится рядом. И могу, соответственно, пулять ТНТ. Ну, короче, чисто девочка Крипер, но в разы круче, ибо у меня сверху еще одна способность. И вы, наверное, уже догадываетесь, зачем я пришла в эту деревню. Конечно же, потому что здесь живет Скрытчик. Забыла вам еще сказать о чем. Видите ночь? А я вижу в ночи. У меня есть ночное зрение. Все-таки как бы я Крипер. Кстати, и насколько я сильная? Дайте-ка я сейчас быстренько с ним разберусь. Бам! 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 Не понял, что взрывается в моей деревне. Так, так, так. Подозрительно, подозрительно. Никого не то, что-то бобухнуло. Ладно, видимо, показалось. Я случайно. Не понял. Опять что-то слышал. Так, по-моему, это было в той стороне дерь. Ага. Вы понимаете, в чем прикол? У меня на эту же кнопку. Опа! Девушка, а можете с вами познакомиться? А вы давно в этой деревне? Да, можно. Знакомьтесь, я Марина Криперовна. А что у вас с ногами? Почему они... Чего у вас с ними? Какая-то вы странная. Чё? Откуда вы в этой деревне? Ну, сейчас ночь, вот. Почему ты, во-первых, не спишь, а во-вторых, я вообще-то должна тебя, как бы, ну, я не знаю, доставать, а выходит... Наоборот. Вы хотите обняться со мной? Ну, я не могу так сразу, не могу. Слушай, а с чего он решил? А, потому... Все, погодите, а почему? Почему он так решил? А, когда я прыгаю, я типа хочу обниматься. Да не хочу с тобой обниматься, ты что, прикалываешься, дядь? Я сейчас тебе покажу, какие у меня намерения. Не понял, тихо. Свали с этой деревни, странная женщина какая-то. Обнимашки, тихо мне, обнимашки. Ой, я нечаянно его съела. Так, погодите, а как мне это... ну ладно, нужно, это, грубо говоря, отойти подальше, ибо я что-то думаю, сейчас будет мне мстить. Или нет? А где его дом? Погодите. Он тот дальний, походу. Тихенько подходим. Чёртовы криперы меня убивают. Девушка, подождите, тут где-то ходят криперы. Меня один в спину подорвал. Погодите, он не понял, что это я его подорвала и подумал, что это крипер подошел сзади. Ну, бывает, пацан. Я просто немая, понимаешь? Я просто моб, ты меня не слышишь. Вы такая зеленая, даже захотелось вам подарить морской огурец. О, огурчик, хотя погодите, а что это? Если он, грубо говоря, меня принимает, то что? Сразу пойдемте к нему в хату. Опа. Куда в мою квартиру? У меня, извините, только одна кровать и мое сердце занято. Так что выходите. Чем занято и кем? Не понял. Погодите, огурец сюда, сейчас я быстренько надыбаю где-нибудь кровать. Красавчик, не переживай, сейчас все будет. Пойдет. Правда, в идеале мне бы ее перекрасить, но кровати перекрашивать нельзя. Здравствуйте, молодой, красивый. Я думаю, вот прям тут я поставлю кровать, будет вообще с кайфом. Давайте, идите-ка отсюда. Не понял. А у меня рук нет, я бить не могу. Уберите ее. Не понял, это что такое? Не-не-не, вы, конечно, извините, вы очень милая мадам, но ваше место вот здесь. У параши, в смысле? Тут свиньи живут и коровы. Вы куда? А то есть с ним ты спать только за, да? Что с кроватью моей? Кто пол кровати съел? Это все тот жить. Что с моей дверью? А что у вас с ним? Все нормально с моей дверью. Блин, я не могу теперь тут спать. Да куда ты ко мне пришел? Ну все, ты напросился. Бам! Погодите-ка. О нет, помогите, тут крипер был. Ничего не взорвалось. Был звук взрыва и пропал житель. Это не я так громко хлопаю дверью. Подозрительно. Так, ладно, допустим. Ну что ж, я спать, извините, спокойной ночи. Хотя ладно, спите. Я буду смотреть на вас. Вы что, девушка, смотрели на меня всю ночь, как я сплю? Да, я принесла вам похавать. А почему на улице ночь? Я же пос... Как-то все сегодня слишком подозрительно. Мне кажется, вам нужно расширение дома, потому что отныне я буду жить... Потоп. Потому что отныне я буду жить с вами. А это что такое? Подозрительно. Обычные девушки не умеют.
умеют так. Так только сильные девушки умеют. Ну, такая сильная девушка. Итак, нам нужно чуть-чуть хату твою сделать по... Не понял. А что это за звук был, когда я ударил вас, мадам? Подождите-ка. Звук как у крипера. Подозрительно. Там крипер был. Да-да, нужно идти туда. А погодите, кстати, а что я туплю? Мне же нужно вот из этого сделать досочки дубовые и продлить, грубо говоря, пол. И потому что живу я теперь вот здесь. Сейчас мы продлим немного квартирочку. Вот. Не понял, а что это было? А, это вот тут бобохнуло. Так, а что это так сильно могло бобохнуть? Подозрительно, подозрительно. А ну стой, я так и знал, что это ты, я так и знал. Он заставил меня это сделать. Я хотела подружиться и сделать побольше его квартиру, чтобы жить вместе, потому что я милый крипер, которому нужны обнимашки, нет! Не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня, не трогай меня! Девушка, объясните мне, почему, когда вы меня убили, было написано, что я взорван крипером, а? Вопрос хороший, я просто девочка-крипер. То есть, в тот момент, когда мы первый раз встретились, это вы меня подорвали? А чё на вы вроде бы... Подозрительно, подозрительно. Так мне можно жить с тобой или... Не понимаю. Ну и что теперь тут с ландшафтом делать? Весь ландшафт за ландшафт или мне? Да пофиг с этим ландшафтом. Мне нужно где-то спать, жить. Отныне теперь я буду крипером, девочкой. Вернее, крипер-девочка. Значит, я уже наполовину нормальный, обычный человек. Так, тут у нас что? Это мы... А давай мы тут с тобой как раз разделим твое и мое. Во, смотри. Ага, подождите. Теперь этот крипер меня не взрывает. Это как-то странно. Может быть. Пойду еще украду дверь у жителей, ибо мне не хватает. О, я прям в этом доме возьму дверь, ибо мне не хватает двери. Опанечки. Может быть? Чё? Ты дочь Фласки и Крипера? Ты чё, больной, что ли, совсем, алё? Ты получеловек-полукрипер. Я так и думал, но ты меня то хочешь убить, то не хочешь убить. Я никого не убиваю, дядь. Это ты, твоя шизофрения решила, что я плохой человек. На самом деле, да, я даже не человек. Короче, отстань от меня. Ты видишь, я пытаюсь... Кушай. Жить здесь. Я не хочу хавать, спасибо. Так, я почти достроила хату. Мне нужно сюда вот вставить стенку. О, пойду, я покажу ему, что я хорошая, я на его стороне. Так, подозрительно. О, то есть, подождите, это девочка-крипер, она убивает зомби и убивает злых мобов. На, покушай еще мясо, девочка-красавица. Я разрешаю вам жить со мной. Чего? Все так просто? Продажный человек, я так и знала. Бам! Ладно, все, я иду. Да куда ты на меня? Ты знаешь, кто я? Кто я? Правильно, теперь будешь знать, кто я. Девушка, а как ваше имя? Почему вы все время молчите? Это странно. Криперина, приятно познакомиться. Можешь сделать мне табличку, я тебе напишу. Я думаю, мне нужен этот улей. Девушка, у меня для вас подарок. У меня... Ладно. Да иди сюда. Ладно, не иди сюда. У меня для вас подарок, девушка. Я, мне кажется, этот подарок вам понравится. Я повзаимствовал его у Фласки, но я думаю, она будет не против. Чего ты взял, что не против, что ты каким-то там девушкам раздаешь мой ТНТ? Я не понимаю. О, спасибо. Возьмите, возьмите. Я вставлю вот тут. Я надеюсь, это не взорвется у меня в доме. Ну, если я случайно не сдетонирую, тогда не должно взорваться. Сейчас я быстренько тут закрою вот так вот. Опачки. Все, а теперь мне нужна кровать. Девушка, нам нужно вас кое с кем познакомить. У меня есть друг, который любит знакомиться с девушками. Ну, пусть знакомится с кем-то, а мне нужна кровать. У меня, кстати, есть кровать, пока что белая сойдет. О, не понял, а где он? А что у него тут половина ковра нету? Так, ладно, это нужно... Это уже куда? Пусть тут стоит. Алло, где скрэчер? Делает там что-то. Ладно, раз он ничего не хочет, я просто буду стоять и смотреть в окно. Я хочу разобраться с этим пауком. Обнимашки, 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 обнимашки. Девушка, девушка! Ну чё ты пристал ко мне? Ну чё ты опять от меня хочешь? Ты хочешь обнимашек? Девушка, вы хотите обняться? Вот, обнимитесь с моим другом, вот он. Он хотел с вами познакомиться, он следил за вами через это окошко. Это Нойзи? А чё он тут делает? Ты почему живёшь?
Возмутительно. Так, Нойзи, не стесняйся, ты поговори с ней. Мне кажется, он стоит афкашит. Давайте мы не будем ему мешать. Уважаемый Скретч, у которого проблемы с башкой, пойдемте лучше домой. Шутку я оценила. Да-да, очень смешно. Домой. Ты упустил свой шанс, Нойзи. Ну и куда он вышел? Да ё-моё. Вышел из игры, ладно, все, я понял. Все-таки, походу, он тоже понял, что у него друг-дурачок. А без стука куда к женщине в комнату? Вы что на меня моргаете, смотрите моргалами своими? А ну-ка, это, ладно, спокойной ночи. Мне кажется, или по ощущениям, тут будто бы пчелы живут. Звучит не Доброе очень. Доброе утро! Доброе утро! Сколько я не сплю постоянно ночью, это подозрительно, подозрительно. Кстати, да, очень странно. Почему-то, когда я стала девушкой-крипером, время тупо остановилось. Кстати, я тебя сейчас познакомлю со своей подругой Флаской. Вот, пошли за мной. Кем ты меня знакомить? Со мной? Окей, ребята, ладно, я вам расскажу. Ладно, я потом вам расскажу. Вначале я хочу, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Ты идешь? Не отставай, только не взрывай ее, а то она тебя сама взорвет. Хорошо, да-да-да, я знаю, что Фласочка это любительти... Фласка, открывай! Алло! Фласка! Походу за какавой отошла. Она очень любит какаву. Чтобы вы понимали, я сейчас сижу с ноутбука. Я выкашу, чтобы он не подумал то, что это я. Пойдем отсюда, она занята. Может, она что-то крафтит, сейчас сломаем верстак? Нет, ничего не крафтит. Видимо, за какавой реально отошла. Псс, Фласка! 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 Дядь, у меня еще один верстак. Вау, ты откуда еще один взял? Ладно, видимо, она спит. Все, пошли отсюда. Вот именно, пойдем займемся чем-то интересненьким. Например, бам! Это ты тебе. Так не делай. Это тебе. Да Фласка, куда? Смотри, ну, ты... что у меня есть. Фласка, это я взял у тебя. Я взял у тебя, украл, украл. И отдаю отдаю своей подруге взрывной криперше. Да пойдем уже, ты че, как придурочный. На тебе мясо, это да. Фласка, хочешь динамитик? Я не могу, ты че смотри. Да пойдем, что-то полезным займемся. Ну пойдем, давай, 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 давай. Так. О, мясо, 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 обнимашки. Так, не понял. А у вас не то огниво случайно, подскажите мне. Есть. Опа. Если что, вы видели, это не я. Я выжила. Опа, походу Фласки не... Ну, это не важно. Ладно, допустим, все, пойдем, уходим отсюда. Чертила, взял мой второй аккаунт, убил. Вот так вот с ним потом. Мясо! А что они такие? Не понял, неуязвимые. Ну-ка, сейчас я как к ним зайду. Мне нужно мясо, я люблю обнимашки. Ну вот надо тебе, вот как так вышло? Вот как так вышло? Здравствуй, коровка и свинка. Бам! Так. Где он бегает? Я не понимаю, что он делает. Так. Опа. Так. Девушка, а у меня для вас подарок. Вот. А для меня ты это не делал? Что понятно? Что понятно с тобой? Да за что? За что? Не понравился подарок, что ли? Не-не-не, кайфовый, мне понравился. Посмотрю, как он красиво взорвется. И нет домика Фласки. На, это тебе. Это все я тебе добыла. Это благодарность за вот это сердечко. Спасибо, спасибо. Вы знаете, вы только... Девушка, а вы вообще откуда тут такая приехали? Откуда вообще тут такой странный скин? Как будто он не из Майнкрафта. Подозрительно, подозрительно. Он из Майнкрафта. Я обычная девочка-крипер. Вот. Все девочки-криперы так выглядят. Подозрительно. Пойдем чем-то интересным заниматься. Пойдем, мы с тобой найдем лучше рыбный портал. У меня куча способностей, а ты ими не пользуешься, ты дурачок. Девушка, а почему вы постоянно ходите с руками, как будто кого-то обнять хотите? Объясните мне. Потому что я хочу обнимашек, 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 обнимашек. Странная девушка какая-то. Пойдем в ад, у меня куча... способно! Ладно, все, к черту эту деревню, к черту эту деревню! Куда? Куда? Придется опять переезжать. И вот Фласки не было, и она подумает, что это я своровал ее динамит и вот это все устроил. Да. А это был не я. Это, ага, то есть убил ее не ты, а подорвал деревню типа ты. Ну это нелогично, не, ну в смысле, она так и так подумает на тебя. Ну вернее, я и так знаю, что это был виноват в этом ты. Так, я хочу что-нибудь интереснее. А я ей расскажу всю правду, что пришла какая-то девочка-крипер. Сначала подорвала меня, потом подорвала ее, а потом и всю деревню. Во-во-во, мне поверят. Нет, она тебе по-любому не поверит, потому что она это я. Ну пойдем, что-то интересное.
интересное делать с тобой. Пойдем, ну, например, руины портал. Я в аду всех поубиваю. А что у вас с шеей? А что у меня с шеей? Нормально все. Какая-то длинная. Господи, ты меня уже бесишь. Что ты его докопался и смотришь на меня? Пойдем руины портал искать. Куда? Куда мы идем? Мне идти с вами? Да-да-да, со мной. Давай, иди сюда. Иди сюда, братанчик. Сейчас все. Смотри, рыбу словлю. Все словлю. Я просто полезный моб в Майнкрафте. Ты хочешь поплавать? Я понял. А можно на ты? Можно на ты. Слышь, ты, пойдем руины портал искать. Опачки, наконец-то дошли руины портала. Я говорила, он тут есть. Да куда мы бежим? Ё-моё, я не понимаю. Ты хочешь в ад? Я понял. О, тут еще есть кремень. Сейчас зажигалку еще сделать можно. Давай, делай. Я пока подожду. Давай, строй, строй, строй. Так, блин, не достаю, что делать. Так, оба. Оба. Ну вот ты... Оба. Не понял? Ну куда пропал кусочек пти? Ну я ж брать все могу, дурачок. Не понял? А что, портал сломался? Какой-то странный портал. На, попробуй поджиджи ты. Давай я попробую. Все работает. Ну-ка, на, попробуй ты еще раз. Что-то странное. Ладно, все, погнали, ват. Ага, я все видел, все видел. Да я. Телепортируемся. Ну куда? Ну ты... Ну, ё-моё! Ну чё, ребята, вот мы со Скретчиком и в аду. И знаете, у меня есть кучу интересных, так скажем, девочек-мобов, именно адских существ. Поэтому, если вы хотите, чтобы я кем-то из них стала, напишите обязательно в комментарии под этим видео, кем бы мне стать. Возможно, девочка Гаст, возможно, девочка Магмовый Куб, возможно, девочка кто? Свинозомби. Ну, короче, все адские существа. Напишите в комментарии. Зачем мы сюда пришли? Чтобы ты меньше вопросов задавал, алло, на. Да-да-да, вот это нам надо, ищи, давай, работай. А с вами, ребята, на этом я буду прощаться. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Ну, с вами была Фласточка и Скретч, всем удачи и пока-пока. Обнимашки!